Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяу, и сегодня мы продолжаем играть в игру Teardown. Это уже 8-я серия, если не ошибаюсь. Мы спокойненько уплываем и проходим полностью миссию Floating. Продолжаем. Сейчас посмотрим, что будет у нас на базе. Кажется, за нами началась погоня. Я не знаю, как переводится миссия сама, но она просто... Хорошо, что ты запись не отключил. Она началась вот прям сейчас. Так, за нами гонится, это нехорошо, но что я поделаю? Так, уже была похожая миссия в прошлой серии, где мы угонялись от вертолета. Но теперь это чуть-чуть по-другому. Так, мы почти. Я уже думаю, скоро дойдем до места. Продолжение следует. Ну все, видимо, мы прошли игру. Так. И если нажать продолжить, то идут субтитры. Вау, прикольно. Я бы хотел еще раз поиграть на той карте без вертолета, правда, гоняющегося. Но, видимо, никак. Прикольно. А что если мы зайдем в компанию теперь? Смотрите. Опа. Куча денег. 107 счет. То есть все. Так, пишут разработчики. Спасибо тебе за то, что прошел игру. Вот, называется эта карта Фрустум. Маленькая деревня какая-то. В сэндбоксе она не открылась, это плохо. Но я думаю, ее как-то в будущем игроки вы возьмут откуда-то, да? И будет нормально. А сейчас... Можно, в принципе, покататься на машинке, которая наконец-таки сделалась. Вот наша машина, которую мы так долго делали. Ну, классная игра, что могу сказать. Если вы, конечно... Хотите продолжение этой игры, что-то я чтобы еще поснимал по ней, то ставьте лайки. Надеюсь, еще хоть что-то сниму по этой игре. Контент у меня еще есть, наверное, да? Все же игра. Для игры уже делают моды, карты. Сейчас я могу вам показать свой уровень. Быстренько такой, который я сам делал. Так вот, тут у меня есть... это вот мишени разных таких размеров и вот такой мини-домик
полностью разрушаемый. Вот такая вот у меня карта. В принципе, больше ничего не могу показать. Ладно, всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Смяуб. И продолжения не будет или будет. Ну, это уже я даже не знаю сам. Потому что пока что не знаю, что снимать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.